А, это вот заезд. Мы отсюда заезжали, вот с этого туннельчика заезжаете. Въезд платный. О! Раз, два, три, четыре. О, какое эхо. Вот видите, минибус 144, простой автомобиль 48, мотоцикл 32. О, на велике, если заехал, 16 лир. И пешеход, пешеход тоже 16 лир. Ничего себе, еще едут и едут, уже мест нету. А все, все хотят сюда пожарить шашлычок. Хотя, честно говоря, в Анталии очень много мест вот таких пикниковых зон, очень много. Самое популярное еще Сарысу. Место очень хорошее, парк Сарысу. Разворачивают, ничего себе. Вот так вот. Все. Не пускают людей. Надо же. Вот сейчас где-то 10 часов утра. И в 10 часов утра уже все, все занято. Теперь будут освобождаться места, может быть, после обеда, к вечеру. Я в красивом месте, которое называется Тапчам. Пляж Тапчам. Точно. Вот Черепаший остров рядом. И рядом еще находится базар, как... Рыбный базар. Ну да, интересный такой пляж. Тоже рекомендую сюда съездить, разнообразить свой отпуск. Но вот местные жители, видно, очень любят это место. Мы приехали в 8 утра, в воскресенье, а здесь уже все мангалы заняты. Ну, Оскан, мераба, Оскан. Мераба. Насылсен. Тешекюдюрам. Бирликте бюгюн, татилья пьерус. Мелкая галька с песочком. А туда дальше крупные камни. О, я вижу пещеру. Так, очень интересно. Что там? Очень интересное местечко. Красивое. Представляете, как круто, вот такая беседка прямо на берегу моря. Сидите, жарите шашлычок. 3 года назад мы были здесь, вот на этих скалах отдыхали. Да-да-да, точно. Сейчас посмотрим вид сверху, как это выглядит. Ну, отсюда хорошо видно кораблики. Вот какой-то танкер стоит. Там туристические кораблики, рыбацкие лодочки. Вот этот порт, где продают рыбу, как сказать, рыбный базар. Да, рыбный базар. Ага, смотрите, как хорошо. Сразу вид такой с беседки. Супер! А мы остановились сегодня вон там, вот за этой скалкой, вот здесь, сбоку. Потому что нашли единственное свободное место. Воскресенье утро, уже все места заняты. На большую компанию, смотрите, какой стол большой. Супер. Это что за ягодки такие? Вон Лена купается с Тамарой. Оскан, наверное, уже на берегу. Вот такой вот пляж. Ну, небольшой, но, в принципе, места всем хватит. Красивые горы, лес вокруг. Супер!
Я плыву к вам. Так, меня снимать не надо. Ты-ды-ды-ды. Нет! Сереж, а ты вот поснимай, как из воды горы смотрятся. Такое шикарное место. Смотри, вот на Сарысу мне чем нравится, тоже есть и горы, и лес, и море. А здесь лес еще ближе к морю. Поэтому тут особое такое, вон на том месте мы были в прошлый раз с ребятами, отдыхали вон там. Я там сейчас прошел, все заснял. Ага, здорово. Отсюда засними, смотри, как смотрится. Вот такие удобства. Кабинки для переодевания и душ, чтобы смыть с себя соль. Мою тень поснимать. Бесплатные вот туалеты, переодевалки, душевые. То есть все очень удобно, комфортно. Можно купить воду, напитки, кока-кола, айран, мороженое. Только цену не видно. Цену, наверное, говорят на кассе. Вот перешел на эту сторону пляжа, и здесь видно вот этот подъемник, тераферик Сарысу. Вот, только мы его обычно видим с той стороны, из города, а сейчас вот с этой, с обратной стороны увидели. Вот. Так сказать, новые виды, новые горизонты. Вот, кто-то расположился с палаточкой. Конечно, необычное такое красивое место. Классно. Я бы тоже так хотел. Кстати, у нас дома есть удочки, есть кресло. Надо выйти порыбачить. О, дальше там тоже рыбалка идет полным ходом. Слушайте, я уже сейчас приду в рыбный базар, но он уже закрытый. Он утром, наверное, часов 8 уже закрывается. Поэтому, кто хочет купить свежую рыбу, надо уже в 5-6 утра сюда приезжать. Вот я нахожусь прямо напротив Черепашьего острова. Фирма Банвит. Джамбо. Джамбо сосиски. И еще будет шашлык из курицы. Оскан делает. Оскан, шашлык, барбекю. Yes. А потом мы будем есть карпус. О, какой хорошенький. А тут прячется Тамара. Тамара не хочет, чтобы ее фотографировали. Тамара делает салатик. Процесс пошел, пошел. А, какой запах. О, о, гузель. А, шашлык, магистр. Есть, мастер. Херзаман, шашлык я пьер. Чоки. Молодец. В общем, профессионал. Уста, мастер, уста. О, видите, как шкварчит уже. Ох, хорошо. Кульминационный момент. Ту-ду-ду-дум. Вот так это делается. И весь сок с курочки пойдет на хлебушек. Да, очень, кстати, грамотный подход. Главное не уронить, это счастье. Сань, чуть-чуть туда. У меня тоже слюнки побежали. Гюзелинский перчик, сосисочки, курочка. Все это одним словом. Выучила новое турецкое слово. Забыла. Шахане. Шахане. Это значит великолепно, прекрасно. Прекрасно, замечательно. Есть еще гюзель, есть шахане. Гюзель — это вообще универсальное вообще турецкое слово, которое можно буквально ко всему, восторгаясь чем-то, применять. Спасибо.
очень хорошо. Очень хорошо. Очень супер. Красиво. Вода теплая. И даже да, когда... вода удивила. Но лучше по утрам все-таки. Да. Там уже вот эти корабли, волны все-таки беспокойны. Несмотря на большое количество людей отдыхающих, было очень комфортно, всем хватило места. Да, вот что удивительно. Да. А мне очень понравилось, я плавал с трубкой, с очками, и здесь столько разной рыбы я видел, и небольшую чупру прям плавают. Мне кажется, даже кальмаров. Сибасы, и кальмаров видел, и там еще всяких. Жаль, Лена не увидела. Вообще супер. От меня кальмары прям. Все сбежали, обезьяне. Так что те, кто любит погоняться за рыбками, вам сюда.